Для учащихся музыкальных школ и школы искусств округа мастер-классы по специальностям фортепиано, скрипка и гитара провели педагоги ведущих творческих учебных заведений Москвы во главе с народным артистом России Юрием Розумом. Каждый ученик получил комментарии и советы от профессионалов мирового уровня. Мастер-классы прошли в рамках Всероссийского музыкального фестиваля «Звездный десант» в детской школе искусств имени Розума. Общение с такими мастерами как раз и дает очень большой стимул для последующей работы в творческом направлении. То, чтобы музыка ожила. Потому что раньше у нас было постоянное такое явление. Выходит ученик, вот он зазубрил какую-то конструкцию. И только вместе, двумя руками, уже одной не может сыграть. И вот в эту конструкцию мы внедряемся. Разбиваем ее и заново строим уже живое произведение. И, конечно, это важно не только ученикам, но и педагогам. Вот такой подход. Фестивали подобного формата проходят при поддержке Международного благотворительного фонда Юрия Розума с 2007 года. За это время «Звездный десант» провели почти во всех регионах России. В этом году он охватил Тверь, Ярославль, Ржев, Рязань и Щелково. Формат мастер-класса, конечно, немного времени, но дети настолько отзывчивые и настолько восприимчивые, что, конечно, хочется вот максимум информации, вот что можно дать, да, потому что мастер-класс – это больше такая работа на перспективу, да, то есть какой-то такой импульс, который может быть для дальнейшего развития. Вот, поэтому, конечно, хочется максимум информации. Своими впечатлениями поделилась ученица детской школы искусств имени Юрия Розума. О звуке я больше узнала, как делать плавнее переходы, вибрацию со струны на струну и так далее. Я получила важную информацию, которая в дальнейшем мне обязательно поможет выступать на конкурсах, концертах. По завершении мастер-классов преподаватели детских музыкальных школ и школы искусств округа обсудили новые методики преподавания. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.